И снова здравствуйте, уважаемые зрители моего канала. Только что был звонок. Очень интересный, на мой взгляд. Мне позвонил молодой человек, который решил заниматься птицеводством. И вот так прям в лоб меня спросил: «Лена, а сколько вы зарабатываете?» Ну, мы, конечно, с ним пошутили на эту тему. Тем не менее, я пообещала снять ролик. Ролик небольшой, буквально на пару минут. И дать кое-какие расчеты, которые, возможно, кому-то помогут. Но смотрите, ребят, мы сейчас берем птицу, та, которая есть у меня в хозяйстве, именно эти породы. Есть породы дороже, есть породы дешевле. Но у меня, так скажем, средний класс, да? А если мы считаем от рождения до того момента, как курочка занесется, себестоимость птички у вас обойдется около 2000, около 2. Почему? Потому что стоимость цыпленка плюс 10 рублей корма день, так считают все заводчики, в возрасте 6-7 месяцев птичка занесется, вот получается 2000. Так, этот этап мы проехали. Начинается момент, когда птица начинает давать инкубационное яйцо. На инкубацию вы соберете не сразу, то есть какое-то время будет разноситься птица, какое-то яйцо откинется не на неоплод. Если считать из расчета того, что это мясо-яичная порода, которая дает 150-180 яиц в год, мы давайте с вами 50 штук откинем на то, да, как я уже сказала, на то, что птица разнесется, на то, что птица там даст неоплод, у вас остается 100 инкубационных яиц, 120, грубо говоря. Какой-то процент не выведется. В общем-то, в среднем от одной курицы, я всегда считаю так, я получаю от 80 до 100 цыплят. Это среднестатистическая курочка племенная. Если что-то не то, если где-то меньше, то, естественно, это уже выбраковка. Так, 100 цыплят. 100 цыплят в среднем. 350, 250. Все зависит от того, какого качества ваше племенное стадо. В основном цыплята, которые от импортных производителей, они стоят от 350 рублей, даже, может быть, дороже. Так, цена может быть разной. Может и яйцо стоить и 350, и 500 рублей. Но такие случаи мы не берем. Значит, примерно мы с вами определились, да? Средний цыпленок стоит в среднем от 300 до 350 от импортных производителей. Вот и считаем. 35 тысяч от одной курочки, да? Естественно, курочка у нас будет что-то целый год клевать. Чем-то мы будем ее витаминками пропаивать, мы будем покупать там сено-солому, мы будем нанимать, допустим, будем нанимать людей, которые будут убирать, или сами будем убирать. Естественно, будут какие-то затраты, ну, в среднем давайте 5000 отминусуем от этой суммы. Вот примерно и вся арифметика, которую я хотела бы вам предложить оценить. Вот этому молодому человеку в первую очередь. Я могу сказать, так бывает не всегда. Очень многое зависит от того, где вы живете. Именно местоположение, место проживания. Поэтому для того, чтобы уже убрать все скептические взгляды и бросание в меня тапок, давайте эти 30 тысяч разделим еще раз наполовину, да? Это в самом худшем случае, да, это если вы будете продавать все дешевле гораздо. Если корма у вас дороже, а птица сама дешевая, и продать сложно, и, в общем-то, продаете мало, ну, давайте еще уполовиним. Ну, 15 тысяч от породной курочки. Я считаю, что в районе 10-15 тысяч это нормальная сумма, и оно того стоит. А там уже дальше думайте сами, заниматься вам птицеводством или нет. Мы сейчас с вами посмотрели на примере кур все то же самое, может быть, на любой птице, да, и на индюках, и на гусях, и так далее. Для того, чтобы купить хороший племенной материал, нужно понимать, да, это не фабричные несушки, которые стоят там по 400, по 500 рублей с машины. То есть такая птичка, которая дает потом денежку, да, ну что тут, мы уже как взрослые люди разговариваем, которые зарабатывают. Хорошая несушка стоит от 2000 рублей и дороже. Бывает, цена доходит до 5. Но, как я уже сказала, в первый год это, конечно, с лихвой все окупается.
Я сейчас ни с кем в споры вступать не буду. Я рассказала про себя. Скорее всего, у каждого из вас есть свой опыт, да? Скорее всего, кто-то со мной не согласится, а я думаю, большее количество аудитории со мной не согласится. Но я этот видео снимаю не для того, чтобы это обсуждать. Я просто рассказала примерно свои какие-то расчеты для того, чтобы вот этот молодой человек, Кирилл зовут, зовут Кирилл, живет тоже в Подмосковье, для того, чтобы Кирилл разобрался, как ему дальше поступать, заниматься ему птицеводством или не заниматься. И примерно, что от этого можно получить. Вот такая птичка звонкая сидит, видите? Ой, какая звонкая. Ну, на этом, наверное, все. Особо эту тему развивать мне неинтересно и не хочется. Все сказала примерно. А если у кого-то есть идеи, что можно посоветовать вот таким начинающим птицеводам, пожалуйста, пишите в комментариях. Я таких молодых людей всегда поддерживаю. Молодцы. Вместо того, чтобы заниматься ерундой, они хотят заниматься именно делом. Правильно делают. Чем могу, всегда помогаю, подсказываю, ориентирую. Ну и, в общем-то, и от вас того же прошу. Если есть что сказать, добавляйте. Все, всего доброго, до новых встреч.